Бусы, кружево на платье и румянец на щеках. Международный женский день – это праздник, который ждут все дамы, независимо от их возраста. К женщинам, проживающим в Пустозерском доме-интернате Ненецкого округа, с концертной программой пришли представители Окружного совета ветеранов и Союза женщин Ненецкого округа. Они сделали предпраздничный день добрым, уютным и ярким на эмоции. Августина Шевелева в этот весенний праздник вместо общепринятых подарков, духов, цветов и конфет получила более весомый подарок – медаль «Дитя войны». Неожиданно и очень приятно, оттого и слезы в глазах, но пожелания и добрые слова всем хрупким созданиям у милой бабули все же нашлись. Дай им здоровье, счастье, не болеть, всегда быть веселым. Еще одним подарком, но уже всем прекрасным дамам дома престарелых стало выступление ветеранов художественной самодеятельности. Баянист Эдуард Шаляков, вокалисты Георгий Попов и Тамара Клюева подарили всем бурю положительных эмоций и отличное настроение. Приходить в дом престарелых и инвалидов с подарками и, главное, с открытым сердцем для Союза женщин и Совета ветеранов стало уже доброй традицией. Ведь для того, чтобы скрасить жизнь человека, иногда достаточно так мало. Я вообще всем хочу сказать, успевайте делать добро. У нас идет в Наринмаре, в округе, идет у нас год добра. И я думаю, что вот такие хорошие, добрые поступки, внимание к старшему поколению, вообще к друг другу. Я думаю, что это только прибавит нам человечности, любви. Я думаю, что вообще всем станет теплее. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».